покупки наберу. Электроприбор для строительных работ проверить не дают. Курьер запретил открывать, но на свой страх и риск. Будем теперь смотреть, что это за прибор. Инструмент для резания листового металла, вырубные, высечные или вырубные ножницы кировского завода «Лепса». Ножницы ручные, электрические, вырубные, ВР-052П для профессионального применения. Значит, ну, посмотрел отзывы в интернете, на даче понадобилось работать с металлом, строительство забора, других конструкций. Решил не мучиться ручными ножницами, то есть намучился ими уже. Решил купить профессиональный инструмент. В любом случае, когда все делаешь своими руками, так или иначе, экономится очень много денег, которые пришлось бы платить профессиональным, так называемым, строителям. Вот. И за счет этих сэкономленных денег, ну, люблю покупать периодически какие-то новые инструменты. Все равно все это многократно окупится. Вот решил такие ножницы купить. Посмотрим сейчас, в каком они состоянии. Так. Здесь нужно еще приоткрыть. Так, ну вот. Инструкция по эксплуатации. Ну, внутри все без наворотов. Вот коробочка. По-моему, они позиционировались, что есть еще запчасти какие-то внутри. В отзывах, которые уже есть в интернете. Что тут за запчасти? А, это, наверное, щетки для сменные в масле. Все. А, нет, это вот как раз элемент конструкции, который вырубает металл сменный. Я отправил, кстати, на завод вчера перед покупкой сообщение. Так мне никто и не ответил, ни на e-mail, ни на телефон. Такой вот у них маркетинг не особый пока еще. Обратная связь с потребителем не налажена у завода Лепса. По поводу того, как вот эти вот сменные штуки заказывать, где их заказывать. Вот еще что-то запасное, наверное, вот здесь вот щетки. Да, вот здесь вот щетки запасные для двигателя. Ну вот, само устройство. Вот это вот вырубная штука. Не помню, как это называется. Матрица Пуансона, что ли, что-то такое. Сейчас попробуем, будет ли он работать. Так, увесистая штука-то. Прям весит. Не знаю, килограмм больше трех. Так, ну вот тут одна единственная кнопка. Никаких дополнительных страховочных кнопок нет. Мотор как у дрели хороший, такой свистящий, советский. Так что все работает. Будем теперь пробовать. Смотрите вторую часть на даче, как это все будет работать. Вот там эта вырубная штука работает, вырубает. Будем пробовать резать металл. Спасибо за внимание. В принципе, выглядит достаточно так все кондово, надежно. Но время покажет. Решил рискнуть, взять наш российский инструмент. Смотрим вторую часть, подписываемся.